17 липня проголосуй за справи, а не за обіцянки. Доброго вечора. 17 липня вибори до Верховної Ради України по 183-му виборчому округу, який включає в себе переважно Білозерський район Херсонщини і Корабельний район обласного центру. І зараз у нашій студії у прямому ефірі кандидат у народні депутати України Андрій Путілов. Доброго здоров'я. Добрий вечір, Наталі. Андрію Станіславовичу, зараз стало модним, коли один кандидат запрошує іншого на дебати. І чомусь так сталося, що низькорейтингові кандидати воліють дебатувати саме з вами. Як ви ставитесь до таких пропозицій? Чи приймаєте їх? Наталя, ну сама форма, як мене визвали на дебати, іменно форма через білборди. І я просто був поражен. І хочу сказати, що з точки зрення спорту, я займався спортом, за такі речі дискваліфікують. Ну, Юрія Дарченка, во-первых, старше мене по возрасту, йому під 60, мені все-таки 45 тільки сповнилось. Я думаю, що люди самі розставлять і поставлять свою оцінку. По-мужськи я би з ним поговорив, по-мужськи, але не буду цього робити. Я вважаю, що Юрій Дарченка за то время, як я з ним працював в обласному совєті, показав себе як неефективний депутат, депутат, який істерит, депутат, який панікер. І в своє время мене якраз сюди президент і поставив губернатором, тому що Дарченка бросив область. В то время, когда в стране развивались активные события на востоке нашей страны, он сам написал заявление, сам ушел с поста главы областной администрации. Тогда в срочном порядке президент пригласил меня, и рассматривались различные кандидатуры, кто возглавит Херсонскую область. Ну, из тех кандидатов, кто мог возглавить Херсонщину, только один я был житель Херсона, Херсонщины, и я не мог в тот период времени оставить своих земляков. И в то время, когда Дарченко бросил Херсон, бросил на произвол и требовал ввести военное положение, сделать национализацию, и сделал, фактически сорвал туристический сезон, фактически ввел панику, и от каждого заявления курс доллара на рынках в Херсоне превышал все цифры более, чем в других регионах Украины. Предприниматели, бизнесмены, многие на этой панике уходили из Херсонщины, продавались квартиры, машины. В то время, когда надо было все консолидировать, в то время, когда надо было собрать все ресурсы, все силы, успокоить панику и жестко выступить в противовес оккупанту, а мы сегодня, у нас область непростая, мы граничим с оккупированным Крымом, бросить область, это был фактически это предательство по отношению к своим землякам, по отношению к жителям Херсона и Херсонщины. Я бы с удовольствием с ним бы подебатировал по конструктивным вопросам. Именно сегодня от нас люди ждут конкретных справ. Это дороги, это освещение, это детские садики, это больницы, это создание новых рабочих мест, а просто политическая истерика, которую сегодня я слышу в областном совете, когда он просто прибегает к микрофону, все камеры на него надвигаются, и он начинает выступать в своей манере. Многие херсонцы его знают. Видите, что произошло в городе Херсоне. Вот это именно город Херсон сегодня, это его паника, политическая истерия привела к тому, что сегодня мэр у нас без замов, сегодня год практически мы не можем избрать заместителей мэров, город, где фактически сегодня не работает, как должен работать. На счету в городском бюджете 211 миллионов гривен. Это то, что сегодня продукт, который сделал Юрий Витальевич Дарченко. То есть его задача сегодня деструктив. Его задача сегодня чем хуже, тем лучше. Это нельзя. Сегодня оккупант таким руководителем будет очень доволен, таким депутатом, которые сегодня сеют панику, которые сегодня бросают в область во время самой активной фазы войны. Сегодня мы не имеем права Херсонщину, форпосты Украины, именно бросить в такую политические разборки. Поэтому сегодня люди поставят правильный акцент, и сегодня все уже устали от соревнований, кто более демократичный, у кого длиннее флаг в городском совете, кто больше пообещает, какую-то фразу на сессии городского совета скажет. Сегодня очень важно показывать свою любовь к родине конкретными делами. И я готов бы с ним был поговорить, был бы сегодня, но почему-то он меня пригласил на какой-то частный телеканал, а не... Есть региональный телеканал «Скифия», есть телеканал, который раньше был государственный, теперь это региональный, все его жители Херсона, херсонщины знают. Если бы он пришел сюда в эфир, я бы его спросил, что ты сделал за 3 года работы депутата Верховной Рады, кроме того, что сидел в Киеве и забыл, что тебя избрали жители Херсона, что ты сделал для своей родины, для Херсона, для Белозерского района. Я готов рассказать, что я сделал для каждого села Белозерского района, для Корабельного района,
будучи еще в 2012 году, когда был избран депутатом Верховной Рады, и потом впоследствии мою инициативу поддержал Гордеев Андрей Анатольевич, так как мне пришлось с кресла депутата возглавить военную область. В то время ситуация в Херсоне была непростая. Вы знаете, что самое страшное, что пришлось мне пережить во время того, как я был губернатором, это похороны моих земляков. Фактически вот у меня сердце 70-летнего старика, потому что всю боль, всю горе наших земляков мне пришлось через свое сердце пропустить. Хотя мне 40-45 лет. Это самое страшное, что я пережил в жизни. Когда смотришь в глаза матерям, когда смотришь в глаза семьям погибшим. И поэтому я считаю, что сегодня никто не имеет права селить панику на территории Херсонщины. И одна основной задачей моей, когда я работал главой областной администрации, это было, прежде всего, обороноспособность Херсонщины. Сделать так, чтобы сделать координацию действий между военными, с пограничниками, силовым блоком. Сделать таким образом, чтобы Херсонщина была защищена. И вы знаете, что в Запорожской области, в Одесской области было неспокойно. На территории Херсонщины у нас ситуация была под контролем. Ежемесячно мы проводили Раду обороны. Постоянно была выстроена координация действия с силовым блоком, и это результат. Можем, кстати, поговорить по поводу того, что мы сделали, конкретные дела, а не лозунги на территории Херсона, Белозерского района. Так получилось, что, конечно, больше уделял внимание Белозерскому району, потому что... І вам за це постійно дорікали. Чому саме Білозерський район? Мовляв, усі кошти йдуть туди. Тому що там, в Білозерці, немає деструктиву. Во-первых, трудолюбиві люди, люди самые патріотичні на території Херсонщини. Повірте мені, я восхищен жителями Білозерського району, абсолютно всіми, починаючи від Станіслава, Олександровки, Дар'ївки. Только что был в Дар'ївці, проводили футбол. Дар'ївка виграла 3-0 у Білозерки. Восхищен Никольським, восхищен Федоровкой. Люди все патріотичні, всі люблять Херсон, люблять свою землю. І тому я вже сам став більше, хоч і родився в Херсоні, білозерчанином. І поки ми херсонські політики займаються політичними дрязгами, де Юрію Віталійовичу вийшло внести туди свої політичні розборки, в городе Херсоне, в областном совете, у нас четкая прагматичная работа. Со многими депутатами областного совета мы договорились, что нас люди избирали прежде всего, чтобы мы занимались социальным развитием, экономическим развитием нашей области. И даже когда эти политические клоуны выходят на сцену, мы просто-напросто, кроме улыбок, ничего нету. Сегодня никто не может в то время, когда идет необъявленная война со стороны российского оккупанта, вносить деструктив на территорию Херсонщину. Панику и все стараюсь сделать для того, чтобы мы могли показать свой конкретный результат. В Белозерском районе мы даже специально с Гордеевым Андреем, один из наших планов, что мы очень много делаем в Белозерском районе, делаем дорогу 3,2 километра, Камышаны, Белозерский район. Это также раздражает моего политического конкурента Юрия Дарченко, то, что делаем дорогу. А я говорю, что пока еще год будут наши херсонские политики разбираться друг с другом, мы Белозерку выведем на такой уровень по социальному развитию. А сегодня в каждом селе мы выбрали приоритеты. Это водопостачание, где-то детский садик, где-то школа, освещение. Але ви додайте при цьому, що ініціатива йде знизу. Там саме люди пропонують такі проекти, як той же Музиківський сільський голова. Ну, пан Лібзон – це унікальний голова, таких голова селищної ради. Во-первых, я коли його вижу, у мене завжди улыбка на лице, тому що такого активного голови селищної ради попробуйте знайти. Всі абсолютно голови селищних рад активно працюють. Це ще почалося з 2012 року, коли я ще був депутатом Верховної Ради, Гордеев Андрій Анатолійович підхватив. І тому саме Білозерський район, он максимально с нашей стороны, вся проблематика, которая есть. Я по селам могу рассказать, какая каждая проблема в каждом районе. Где-то водопостачание, где-то детский садик, где-то школа. Есть у нас села, как Станислав, где мы сделали гораздо больше, потому что это началось еще с 2012 года. И спортивный современный клуб сельский, и клуб, где сегодня фольклорная группа есть. Мы его единственное, что надо еще закончить, потому что есть свои процедуры. Где мы полностью стеклили школу, которая была... Фактически дети замерзали зимой. Детский садик – это, я думаю, случай не только на территории Херсонской области, на территории Украины. А есть села, где, скажем так, не настолько эффективно выстроены взаимоотношения с головой селищной рады. Ну, есть разная какая активность, но все равно в каждом селе мы что-то сделали. Мы какие-то вещи сделали. Одно хочу сказать. Когда я общался с жителями
сухарки, забалки, и мне ставили вопрос по освещению, и мы юристы записывали как первоочередная задача, которую хотят увидеть жители Сухарки и Забалки. Я просто призывал всех поехать в Белозерский район и показать, какой уровень жизни уже в районе. Потому что мы уже на сегодняшний день осветили половину сел Белозерского района. До конца года осветим полностью каждое село Белозерского района. Потому и делаем дорогу сегодня непосредственно из Камышан, из города Херсона, Корабельного района, Белозерский район, чтобы показать каждому жителю города Херсона, что можно сделать за эти два года, если не заниматься политиканством, и если сегодня вас не укусит это комар, который называется истерика. Ну, поэтому призываю всех сегодня, кстати, депутатов областного совета, ни в коем случае не допускать панику, ни в коем случае не уходить в деструктив. И сегодня от нас люди, жители города, области ждут реальных справ. Я горжусь, что мы возродили аэропорт. 90 тысяч сегодня пассажиров, которых мы перевезли. Это не просто те финансовые суммы, которые они привезли в Херсонщину. На судозавод, спросите у Василия Федина, в 4 раза увеличилось количество заказчиков, и все штабеля забиты кораблями. И фактически завод сегодня смотрит с уверенностью завтрашний день. Завод «Паллада», который, кроме того, что продал Южноафриканской республике ДОКС, уникальная конструкция, которая стоит более десятки миллионов долларов, сегодня имеет в работе 3 контракта. Сегодня на подписании контракт с кипрской стороной, Южноафриканской республикой. И люди получат дополнительно еще 500 рабочих мест может создаться на заводе «Паллада». Это немало для сегодня, когда вся экономика стоит. Мы всех фермеров, всех представителей бизнеса, сектора ПК сегодня отправляем на конференции, на выставки. Пусть ребята учатся, пусть смотрят, как сегодня работает Европа, и новые технологии привозят сюда. Гордеев Андрей Анатольевич, будучи депутатом, сделал большое дело сегодня для нашего региона. То, что сегодня будет у нас непосредственно в городе Херсоне, отделение Европейского банка реконструкции и развития, где не за 30%, а за 5% сегодня можно будет взять кредит под направление АПК на ту же самую мелиорацию, на технику и собирать еще больше урожай. И тем самым это налоговые поступления, тем самым развивается социальная сфера. Я к вам зашел, Наталья, услышал, когда Юра Дарченко заявляет, что геноцид села. Какой геноцид села, если Белозерка за 25 лет независимости, за эти два года фактически получила второе дыхание? И развиваем спорт, каждый детский садик сделали теплым, школу. Вы знаете, доходит ситуация до абсурда. Мы застекли детскую школу в Александровке, я был на рынке, встречался с жителями Александровки, и приезжал Юра Дарченко и сказал, что школу застеклили, там сделаем клуб. Ну просто понимаете, вот это вот паника, люди не понимают, что это уже не политика. Это даже не вранье. Это сегодня не работают на российского оккупанта, когда сеют такую информацию негативную. Просто по отношению к хорошим делам. Поэтому я уверен, что жители Херсона, Херсонщины – это мудрые люди. И сегодня как бы должны сделать правильную, я уверен, что правильная оценка. Сегодня от политиканства все устали. Сегодня легче всего стоять в стороне и критиковать. По поводу продажи земли. Я прежде всего против продажи земли. И в 2012 году был против, когда был депутатом Верховной Рады. И сегодня, идя в депутаты Верховной Рады, никогда не проголосую за продажу земли. Сегодня Украина не готова к продаже земли. Мне надо искать новый путь. Потому что есть у нас пример Румынии. Я также анализировал, как сельское хозяйство развивалось от те страны, которые страны СЭФ, которые Румыния, Венгрия, Чехия, Польша. Так вот, Румынии после продажи земли, земля оказалась в собственности четырех промышленных групп, или аграрный групп, правильно если сказать. Я против. Я сегодня хочу развивать сельское хозяйство. Это небольшие сельские хозяйства. Вот есть Польша пример, есть пример Чехии, где как раз активно развиваются небольшие такие сельские предприятия, где работают 10, 20, 30 человек. И прежде всего надо кредитовать вот такие вот предприятия. Да, сегодня стоит вопрос под механизм выделения кредитов. То есть однозначно покупать землю должны только граждане Украины. Никаким китайцам землю продавать нельзя. То есть это наше богатство. То есть у меня сегодня план действий и план первых законопроектов, которые я хочу сегодня непосредственно в Верховной Раде
работать над этими проектами и притворять их в жизнь. Один из, кстати, из первых таких законопроектов, который я сегодня вижу как проблема номер один, работая главой областной администрации, главой областной рады, хотел и ставил себе задачу подтянуть новых людей, людей, которые нестандартно мыслят, людей, которые с европейским мышлением, в областную администрацию. Ну, уровень заработных плат, нет системы мотивации, не позволял мне это делать. Я и создавал губернаторский кадровый резерв. И через психологов, через целую службу проходили люди. Но только они узнавали об уровне заработных плат, то, вы знаете, ничего не... Развиватись, утримувати сім'ю, да. Поэтому та сегодня, мы не можем сегодня с постсоветской машиной, которая, так как у нас выстроена областная администрация, районная администрация, идти в Европу. Надо сегодня, я бы сказал, не реформа, потому что слово реформа я также боюсь, провести модернизацию, это более такое производственное слово, промышленное, провести модернизацию областной администрации, районной администрации, где отдать больше власти на места, где те же самые руководители могли бы оперативно принимать решения, брать людей на работу, увольнять с работы, где конечный результат будет не бумаги, которые сегодня зачастую требуют от нас Киев и отчеты, а конкретные дела, дороги, школы, детские садики, больницы, где надо четко проводить срез работы губернатора не по тем статотчетностям, которые нам Киев дает, а совершенно по другим моментам. Потому что... Враховуючи наши особенности, да, безумовно. Вы знаете, многие даже гости, которые приезжают в город Херсон, они замечают, допустим, что все-таки экономическое развитие в регионе идет. Да, мне все равно также не устраивает, как и многих других, уровень пенсии наших стариков. Мне также не устраивает уровень зарплат. Поэтому сегодня я иду, получив уже опыт работы губернатором, получив уже опыт работы главы областной рады и Верховную Раду. Вы знаете, как это все произошло, что именно когда президент меня пригласил работать главой областной администрации, и была непростая ситуация, я не мог тогда быть в стороне, потому что фактически мог быть открываться второй фронт со стороны Крыма. Мы прекрасно понимали, что могла развиваться также и сухопутная. Со стороны Мариуполя оккупант планировал прорваться в сторону Крыма. Я пошел работать главой областной администрации. А когда следующий был этап, мы провели успешно выборы в областной совет, и я увидел, что некоторые деятели хотят сделать реванш. Хотели прийти старые лица, которые в свое время полностью участвовали в коррупционных схемах на территории нашей области, которые представители старой власти. Меня избрали депутаты областного совета, главы областной рады, и 4 месяца фактически не было губернатора на территории Херсонщины. Президент принял абсолютно мудрое решение, назначив Гордеева Андрея Анатольевича, эффективного депутата Верховной Рады, мажоритарчика, опять же нашего земляка, наш жителя, который прожил большую часть времени в Белозерке, назначил губернатором. Поэтому сегодня на 183-м округе проводятся выборы, и тот опыт, который я получил, работая губернатором, работая главой областной рады, и именно законопроекты, которые связаны с модернизацией госслужбы, хочу сегодня внедрять в жизнь. Я считаю, что... одна хвилиночка, у вас есть возможность звернутись до своих выборцев. Сегодня хочу сказать одно, что паника, и это прежде всего то, что разлагает наше общество. И популизм – это большое зло. Это больше зло, чем сегодня приносят оккупанты на востоке нашей страны. Поэтому обращаюсь ко всем жителям Херсона, ко всем жителям Херсонщины. Кто меня знает, кто со мной пересекался, давайте сегодня поставим правильную оценку из 30 участников выборной гонки, которые участвуют сегодня в выборах. Одно хочу сказать. Я живу с Богом в сердце, люблю Херсон и стараюсь так жить, чтобы в 65 лет, выйдя на рынке, центральном рынке в городе Херсоне, объяснить каждому жителю Херсона свой поступок, каждый свой шаг. И считаю, что нам Бог дал родиться на самой прекрасной земле, Херсон. Мы живем в жемчужине Украины. Поэтому наша следующая задача сделать так, чтобы и наши дети, и наши внуки жили с нами. И чтобы ни в коем случае никто не задумывался, что надо уезжать с этой прекрасной, прекрасной земли. Давайте жить с Богом в сердце и любить свой Херсон, и любить жителей нашего города. Дякую вам, Андрію Станіславовичу. Нагадаю, ви слухали кандидата у народні депутати України по 183-му виборчому округу Андрія Путілова. 17 липня вибори. І це стосується кожного. Відтермінуйте, будь ласка, свої справи. Немає нічого важливішого, аніж наше з вами майбутнє. Добраніч.
Команда Андрія Путілова. Є чим пишатись. Аеропорт Херсон. 290 мільйонів на ремонт доріг. Очисні споруди у Надніпрянському, Чорнобальці. Замовлення для заводу «Паллада». Сучасна служба швидкої медичної допомоги. Захист херсонських плавнів. Національний природний парк Нижньодніпровський. Голосуй за справи, а не за обіцянки. Андрій Путілов. Кандидат у народні депутати України. Округ номер 183.